В продаже у нас Mercedes-Benz GLC 2017 года выпуска. Объем двигателя 2 литра, 211 сил, полный привод. Автомобиль приобретался у официального дилера в Красноярске. В автомобиль очень хорошая комплектация. 4 стеклоподъемника, аудиосистема Burmeister, электрорегулировка зеркал, электропривод багажника. Кожаный салон в красивом коричневом цвете. Передний ряд кресел с электрорегулировками. Датчик света. Ограничитель скорости. Также мультируль. Штатная аудиосистема. Климат-контроль. Кондиционер. Черный потолок. Задний ряд кресел также с подогревами. Помимо этого, автомобиль оснащен датчиками парковки, камерой заднего вида. А также у данного автомобиля два ключа.